Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае. Причина в прогнозе синоптиков. 6 и 7 ноября в регионе ожидается снегопад. Как уточнили в Примгидромете, Приморье окажется под воздействием глубокого циклона, который будет смещаться вдоль побережья. Сильные осадки возможны в понедельник. На севере и западе пройдет снег, на юго-востоке дождь, на остальной части края и дождь и снег. В ночь на 7 ноября снег усилится, на дорогах ожидается гололед, снежный накат. Жители и гости региона просят соблюдать меры безопасности.